чтобы другим людям их рассказывать на разные праздники. Чтобы все люди читали книжки всякие. И еще журналы всякие. И сказки разные. Как бы веселить детей. Чтобы приносить людям добро. Людям счастье. Затем, чтобы, ну, повеселиться, а там, ну, рассказать, что почему. Чтобы их учить, чтобы стихи слушали. А вдруг им нравится работа? Пишет, чтобы детям было радостно. Праздники. Чтобы их читали? Чтобы их рассказывать. Они делают, чтобы дети могли учить стихи для праздников.